Добрый день. Меня зовут Валентина Папина. Я из Украины. Сколько себя помню, чем бы я ни занималась, где бы я ни работала, творчество всегда шло со мной рядом. Я танцевала, занималась хендмейдом, писала стихи, выпустила несколько своих полноценных сборников стихов. Участвовал во многих конкурсах поэтических, а вот рисовать никогда не пробовала. Пишу картины всего только 3 года. Я самоучка. Впервые участвовала в конкурсе в прошлом году на конкурсе Golden Time Talent. Выставила там 3 картины, и все 3 картины заняли призовые места. Поэтому в этом году меня пригласили на финальный конкурс Golden Time Talent, чему я бесконечно рада. Я благодарна организаторам и судьям конкурса за то, что мне оказали такую огромную честь.